провести ближайшие выходные культурно и со вкусом, челябинцы смогут на Ночи искусств. Когда на город опустятся сумерки, свои двери распахнут библиотеки, музеи и театры. Так в Музее искусств можно будет познакомиться с автором выставки художественного фарфора «Театр Сервиза». А еще встретиться с Ван Гогом. Прямо в музее гости станут зрителями спектакля «Едоки» по мотивам одного из произведений художника. К слову, в этом году театры активно подключились к Ночи искусств. Манекен для гостей готовит театральное приключение под названием «Ночью дешевле». С элементами драмы, комедии и мордобоя. Молодежный театр обещает читать рассказы режиссера Николая Каледы, а драма – прямо в фойе устроить пластическое шоу. Камерный же приглашает поиграть в театрариум. Есть несколько брендов интеллектуальных игр. Наверное, один из самых первых, который пришел к нам в город, называется «Мозгобойня». Вот после этого слова, я думаю, что становится чуть-чуть понятнее, чем будем мы заниматься вместе с нашими зрителями и гостями на театрариуме. Специфика нашей игры заключается в том, что именно в игре «Театрариум», а это уже вторая игра, как раз будут вопросы, посвященные в основном театру. Свою программу готовит и исторический музей. Акция «Это всероссийская» в Челябинске пройдет 3 и 4 ноября.